Есть или пить? Вот в чем вопрос. Чем чревато лечебное голодание? Это была очень страшная история. Голодать я больше точно не буду. Почему не всякая вода – источник жизни? Полезных веществ ноль, натрия много. И кто подсаживает нас на бесполезные витамины? Я не буду есть неделю. Стану пить минеральную воду и принимать витамины. Посмотрим, что из этого выйдет. Самая полезная программа. В субботу в 11:20 на РЕН-ТВ.